декабрьская погода свела всех с ума. У индюков брачный сезон начался, утки несутся, тюльпаны вылазят из земли. Вот утиные яйца лежат. Вон селезень сидит в гнезде, типа несется. Сегодня забрали у меня одну утку молодую, трехмесячную. Вес у нее вышел почти 4 килограмма. Ну, вычел оттуда на кишки перья еще килограмм. И в итоге утка у меня ушла за 1900 рублей. Неплохой бизнес на утках можно делать. Осталось у меня 9 молодых. Но часть уточек я оставлю. А вот большинство селезней пойдут на убой. И я постепенно начну переходить на вот таких вот коричневых и белых. Это все индоутки. А вот петушарка себе гребешок отморозил. Были сильные заморозки в ноябре или в начале декабря. Чуть-чуть подморозил гребешок. Но он вроде отходит уже. А где тут моя маленькая бегает? Тут у меня еще маленькая уточка дикая. Кряква. Где она? Вон она спряталась. Вон она бегает. На петухов акция. Им 8 месяцев. Достаточно большие уже. До 25 декабря продаются у меня за 750 рублей штука. Брама темная. А после 25 декабря восстановлю прежнюю цену 1200. А после Нового года уже будут 1500. Кто заинтересован, пишите. Ну, никак у нас не получается, да? Ты сейчас ее задавишь, она маленькая. Дальше что? Молодые, еще неопытные.
Все перья ей на спине поломал. О, все получилось. Молодцы какие. Умница. Опа-на. Молодец. Все вышло у тебя. Ты довольна, женщина? Да. А то вечно ходишь неудовлетворенная. Красавец. 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 Красавчик. Красавчик-то. Мальчик-красавчик. Да. Скоро будете яйца нести. А тебе не досталось, да? Ну, будь проворнее. А то у вас грусть, одна индюшка на двух индюков. Кстати, кто смотрит ролик, вот этого продаю. Оставляю одного, а вот этого продаю, либо меняю на двух индюшек. Красивая. Этот, кстати, покрупнее и потяжелее, чем он тот. Но у них как-то пара сложилась, у индюшки вот именно с этим индюком. Так что этот ждет новый домик. Красавчик. Да. Тяжелый, килограмм, я не знаю, 10 точно весит. Не взвешивал. Родились в июне, сейчас декабрь, получается, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 6 месяцев. Молодые. Все. Всем пока.